Всем привет, девчонки, мальчики. Вы на канале Любовь Михаила Фагея. И у меня в коллекции новый Porsche. Эта машина выходила в 88 году. И было три модификации. Линии по городу. Это 200 км в час. Спорткарда 250 км в час. И еще потом усилили его. До 300 км в час. Вот. Машинка в золотом окрасе. Был, ну, грубо сказать, трехдверная. Мотор находится спереди под капотом. Фары закрытого типа. Значок Porsche. Присутствует такой передок. Люк присутствует на крыше настоящего прототипа, как у модельки. Сзади находится антикрыло. Выхлоп. Фары прокрашены. Но еще редкость — это зеркала на дверях. Присутствует приход вирусов. Что-то там прорисовано сзади. Для прикола Hot Wheels нарисовали. Слушать пульс на большой скорости. Да. Металл, пластик. Черный салон. Машинка заправляется справа. Крутой Porsche 88 года. Hot Wheels Mattel 1.64. 89 Porsche 944 Turbo. GNB 54. Выпуск модели в Hot Wheels. Это 19-й год, компания Mattel. 1.86 коллекции модели. На одной заклепке крепится. Проработано днище круто. Два моста проработаны. Для такого масштаба круто. Итак, кому понравился ролик, заходите на наш канал. Смотрите наши обзоры. Ставьте лайки. Пишите в комментариях, у кого есть такая машинка в коллекции. Просто на ютубе я посмотрел. Там одни американцы ролики выпускают. Ну, нашего еще не видал на русском языке такого ролика. И один ролик был в прототипе русского языка, настоящей машины. И все. Все на английском языке. Итак, не болейте, девчонки и мальчишки, до следующего видео. Крутой Porsche. Двухместный, гоночный. Такой легкий спорткар для семьи. Езда. Для двухместных. Ну, сделан водитель и помощник. Да. Круто. 250. И все круто. 1.11 секунда. Разгон минуты. Итак, всем пока-пока. Не болейте, слушайте родителей. И такую модельку в коллекции иметь круто. Это же Hot Wheels. Рули. Всем пока-пока. До следующего видео.